Записок нет, ну и слава тебе, Господи, значит, не затянется. Продолжаем. Раньше по радио в советское время было в рабочий полдень. В час дня. Сегодня, как всегда, заявка по просьбам наших радиослушателей. Вот бригада завода «Красный пролетарий» просит исполнить песню, ну и так далее. Не будем там. Ну, я сегодня не, у меня нет таких вот аналогов. То есть это не так, не похоже. Это другая компания, другое общество, другое сообщество. Не, такие песни, которые заявлены вами, они бы никогда не смогли прозвучать в то время в программе «Рабочий полдень». Рабочие бы просто не поняли. Например, одна из этих песен «Озеро память» на стихи Петра Вегина. В «Рабочий полдень» она бы не прокатила никак. Пожалуйста, Антон. Вот вы и стали воспоминанием, имя услышу, словно позванивает колокол чистый где-то в глуши необъяснимой души. Съедена жизни полкаравая, как я любил вас, моя дорогая. Кто подарил нам сию благодать, полжизни жить, пол вспоминать. Не пощадила рощи порубка, невырубаема светлая хрупкая. В озере память, твое отражение, жизни единственное сбережение. Роща мучения мое, исцеление, ты уцелела, ты уцелела. Как зачерпнуть тебя, чтоб навсегда снова в ладонях память, вода. Касаться к воспоминанию невероятно, губами, рукою, только душою, только душою. Память вода мои губы остудит, что с нами было, больше не будет. В озере память такая водится, что не напиться, не утопиться. Петя Вегин, мы с ним очень дружили во времена нашей мятежной юности, Леня Филатов, Вегин и я. Ну, Вегин такой, он был уже сложившийся профессиональный поэт, у которого было уже несколько на его счету сборников. Он имел замечательную мулатскую, я бы сказал, внешность такую, то ли бразилец, то ли итальянец, то ли, ну, не знаю. И мы так ходили, веселились, нам было так здорово с ним. Потом
по семейным причинам, обстоятельствам, он укатил в Соединенные Штаты с дочерью, возглавил там даже в Лос-Анджелесе один журнал русскоязычный, он был главным редактором. Потом мне поэт Ираида Потехина сказала, только она сказала, что он уже ушел в мир иной. И мы там, нам не удалось встретиться в Соединенных Штатах, когда я там был на гастролях с театром. Не получилось, он не смог. Потом он мне прислал какое-то перепечатанное в журнале интервью мое. Ну и так далее, и так далее. Но я не к этому говорю, а к тому, что они, в свою очередь, очень дружили с выдающимся поэтом нашего времени, Юнной Морец. Вот. И он меня с ней познакомил, мы встречались там. А потом в журнале Ирина Барметова, в журнале «Октябрь», где была напечатана моя первый раз «Роковая Маруся», она показала мне стихи, новые стихи «Юный Морец». Но это было уже давно, поэтому сегодня это не новое, которые мне очень понравились, и я снабдил их какой-то своей мелодией. Потом на юбилее Владимира Абрамовича «Этуша» я это пел. И мне кажется, что это актуальная вещь, стихи и песня сама для любого юбиляра, для любого дня рождения, для любого, потому что меня умиляют иногда, даже не умиляют, а иногда так испытывают такое легкое презрение к своим коллегам, которые всенародно отмечают свои дни рождения. 40 лет творческой деятельности, 20 лет брака с моей любимой женой. И все это отмечается и еще транслируется по телевизору. И 45 лет еще с какой-нибудь даты. Ну, в общем, я так думаю, что эта песня им подходит. Пожалуйста, Антон. Проспи, проспи, художник, добычу и трофей, иначе, мой Орфей, ты будешь корифей. Проспи, проспи раздачу лаврового листа и бешенство скота, и первые места. Проспи трескучий бред блистательных побед. Проспи свою могилу и в честь нее обед. Проспи, проспи, художник, проспи, шалтай-болтай, проспи же все, что можно, и всюду опоздай. А катится клубком за лакомым куском, пусть тот, кто тем и славен, что был с тобой знаком. Проспи, проспи знакомства, столь славные проспи. Пусть кот не спит ученый на той золотой цепи, на той золотой цепи. Сейчас две попрошенные песни под гитару. К одной из них я отношения как автор не имею никакого. Но так получилось, что после того, как я спел «Кавалергарды», романс в фильме «Звезда пленительного счастья», Владимир Яковлевич Мотыль попросил меня еще спеть в фильме «Лес», романс, который сочинил все тот же Булат Акуджава, а музыка была Саши Журбина. Я тогда поехать туда, в Питер, не смог. Эту песню записал замечательный совершенно артист, которого тоже нет среди нас сегодня, Саша Хачинский. Ну, вы помните «Бумбараш», и помните этого артиста с его незабываемым лицом и замечательный совершенно и голос, исполнение. Он так много хорошего пел. Там была такая плеяда очень мощных артистов. Юра Каморный, Саша Хачинский. Они совершенно были удивительные и очень запоминающиеся люди. И вот он спел. Но потом, по каким-то причинам,
не вошла песня в фильм «Лес». Но Матырь стал меня звать на все свои творческие вечера. И что помимо кавалергардов, я спел еще песню из фильма «Лес». Она того стоит. И правильно поступил тот человек, который попросил меня в этом концерте ее сегодня исполнить. Она вот так и называется, Николай. С каждым часом мы стареем от беды и от любви. Хочешь жить, живи скорее, а не хочешь, не живи. Наша жизнь ромашка в поле, пока ветер не сорвет. Дай Бог воли, дай Бог воли, остальное заживет. Николай нальет, Николай нальет, Николай нальет, а Михаил пригубит, а Федот не пьет, а Федот не пьет, а Федот, он сам себя погубит. Кто там пылкий, кто там робкий, раскошелимся сполна. Не жалей, что век короткий, а жалей, что жизнь одна. Не для праздного веселья нас фортуна призвала. Дай Бог легкого похмелья после долгого стола. Николай нальет, Николай нальет, Николай нальет, а Михаил пригубит, а Федот не пьет, а Федот не пьет, а Федот, он сам себя погубит. Бог простит, беда научит, да и жизнью разлучит. Кто что стоит, то получит, а не стоит, пусть молчит. Наша жизнь ромашка в поле, пока ветер не сорвет. Дай Бог воли, дай Бог воли, остальное заживет. Николай нальет, Николай нальет, Николай нальет, а Михаил пригубит, а Федот не пьет, а Федот не пьет, а Федот, он сам себя погубит. Чего? Еще один романс. Это на стихи Марины Цветаевой меня попросили сегодня спеть. Это тоже моя индивидуальная, что ли, версия. Дело в том, что на эти стихи есть множество версий, множество вариантов. Я сам слышал не меньше 4 раз. Ну, я когда-то, не зная об этом, взял и сочинил свой вариант вот этого вот. И если попросили, значит, понравилось. Вы знаете все эти стихи. Вот опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят, или просто рук не разнимут двое, в каждом доме друг,
есть окно такое, ни разлук и встреч, окно в ночи, может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нету му моему покоя, и в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окном, с огнем. Все. Понимаю, что я когда... Не разговаривайте, пожалуйста, Александр. Сейчас очень уважаемый и любимый мною поэт Юрий Давыдович Левитанский. У меня даже когда-то я делал с Ириной Кленской, делал программу, мы пришли к нему домой. У меня было несколько песен на его стихи. Мы как-то скомпоновали. Он читал, я пел. Но это были вот эти самые замечательные 90-е, в кавычках, замечательные годы. Когда мы принесли ему яблоко, какой-то коньяк, что ли, он это убрал со стола, сказал это детям. Я понял, что человеку не на что жить. Это быстро мы поняли, потому что он так говорил, но он почти плакал. Он говорил, что никому не нужны стихи сейчас, и его стихи тем более. Но, как часто так бывает, что потом мы не знаем, как слово наше отзовется, и потом его все больше и все чаще и чаще вспоминают, потому что все познается в сравнении, и выясняется, что класс Юрия Левитанского очень высок. Вот одна из песен на его стихи. Пожалуйста. Светлый праздник бездомности, тихий свет без огня, ощущение бездонности августовского дня, ощущение бессменности пребывания в тиши и почти что бессмертности своей грешной души. Вот и кончено полностью, вот и кончено с ней, с этой маленькой повестью наших судеб и дней, наших дней, перемеченных торопливой судьбой, наших двух переменчивых, наших судеб с тобой. Полдень пахнет кружением дальних рощ и лесов, пахнет вечным движением привокзальных часов. Ощущение беспечности, как скольжение на льду, запах ветра и вечности от скамеек в саду. От рассвета до полночи тишина и покой, никакой будто горечи и беды никакой. Только полночь опустится, как догадка о том, что уже не отпустится ни сейчас, ни потом, что с расчета не сбросится ни потом, ни сейчас, и что с нас еще спросится с нас. Саша Вулых, это у нас, в общем, получилось так, что мы очень дружим последние все годы, и есть несколько песен, которые я всегда с удовольствием пою. У нас с ним 12 песен
надо, конечно, если найдутся когда-нибудь какие-то деньги или найдется какой-то меценат, можно будет выпустить уже авторскую пластинку на стихи Булыха, потому что 12 песен – это уже, собственно говоря, полноценный объем. «Воспоминания о бумажном змее». Пожалуйста, Антон. Может быть, мне это только снится, шелк небес над стаей кораблей. Я мальчишка, я бегу по Ницце, и в моей руке бумажный змей. Только мне опять не удается удержать над морем небосклон. Рвется в небо ниточка и рвется над лазурной дымкой связь времен. Судьбы не изменить, оборванная нить по ветру не летит, тумане тая. А мой бумажный змей в ночи за семь морей плывет куда-то к берегам Китая. А мой бумажный змей в ночи за семь морей плывет куда-то к берегам Китая. Цапля у воды зависла в танце над рекой закатного огня. Мир Китай, и люди в нем китайцы, потому им не понять меня. Потому я одинок, как птица, с крыльями распятыми в снегу. Как луна, которой море снится, желтолицый порт на берегу. Ах, Ницца, белый дым над кромкой воды, забытый флёр потерянного рая, где плещется без сна далёкая волна, бельё моих надежд ночи стирая. Где плещется без сна далёкая волна, трепью моих надежд ночи стирая. Просили спеть еще то, что я вообще почти никогда в редчайших случаях пою. Как-то понравились стихи своим юмором, что ли, в журнале. По-моему, даже в журнале «Крокодил» я нашел эти стихи. Автор Виктор Платицын. Называется произведение «Мексиканские страсти». Но заявлено, надо исполнять. Пожалуйста. Кактусы, пальмы зеленели щедро. Вдалеке кричала птицам барабу. Ехал на кобыле мексиканец Педро, и все остальное видел он в гробу. А за ним неспешно, но предельно храбро, согревая душу сладким словом месть,
ехал резать Педро, мексиканец Пабло за жену родную, за мужскую честь. Там у них за это четко, как в аптеке, если кабальеро лезет на рожон, муж его обязан выключить навеки, хоть из пистолета, хоть простым ножом. И догнал злодея Пабло мексиканец, ему промолвил в мутные глаза: дескать, время сбыть твой прощальный танец, потому как мертвым танцевать нельзя. Вот он стал просить прощения. Ну не надо, не надо, перестань. Надо быть как мужчиной хоть последнюю минуту своей жизни. Ну что это такое? На? Напортачил, наблудил, и хочешь уйти безнаказанно, в прериях скрыться, да? Ну чего тебе не будет? Ничего, не идет. Да прими смерть достойно. И все, не надо так, не надо, не надо. И не бой, не причитай, не надо. Мексиканец Педро стал белее мела и просил пощады пред такой бедой. Неужели стоит это наше дело? Для меня, мальчишки, жизни молодой, только сталь сверкнула и пришла расплата. Плачет мать старушка в дальней стороне. В общем, нет резону в Мексике, ребята, приставать с любовью к не своей жене. Знаете, меня, я редко обращаюсь, но мне, когда совсем не слушают, я не понимаю, зачем пришли, я к вам обращаюсь. Совсем не знаю, беседуют друг с другом и так далее. Вы хотя бы не мешайте остальным. Сейчас юмористических программ много. А тогда, про время, о котором я говорю, я сейчас тоже исполняю одну заявку, присланную мною самому себе. Тогда была одна, называлась она «Вокруг смеха». И поэтому все стремились попасть в эту программу, все ее обожали. Из нее вышли целая плеяда нынешних людей, которые вы все хорошо знаете, но именно оттуда. Сейчас все, смеяться разрешается, там вот еще вот смех с доставкой на... Ну, в общем, масса юмористических программ. И тогда тем более... И поэтому еще Александр Иванов, любимый пародист, он, значит, вот тоже был чрезвычайно популярен. Я в этой программе участвовал 3 или 4 раза. Много, в общем. И мы тогда познакомились. Я обожаю то, как он... Ну, вот он отличался и отличается сегодня, когда смотришь, от других юмористов, ну, как бы вам сказать, и шутников, неким аристократизмом. Вот стоял этот тонкий... длинный человек, и очень так нейтрально все исполнял. Читал сдержанно и скупо, не играя ничего. Он будто рассчитывал на то, на что сейчас уже никто не рассчитывает, все разжевывают. Что аудитория догонит. И аудитория обладает таким адекватным с ним чувством юмора. И... Ну, у него, конечно, своеобразное. Вот Филатов тоже писал пародии, но у Иванова была какая-то особа. Он искал слабое звено. Он брал поэта, если поэт неосторожно
обмолвился и как-то так вот что-то такое сказал, к чему Иванов мгновенно прицеплялся, он не заботился о том, чтобы там, допустим, выдерживать стилистику данного того или иного поэта. Это не было его сильной стороной. Но что касается десятку чудовищного, злейшего попадания в слабое звено, когда поэт какой-то имел неосторожность сказать какую-то ту или иную в стихах фразу, ему не было равных сегодня. Я его очень люблю и не могу сегодня перед вами отказать себе в удовольствии прочесть две его пародии, которые я все не буду читать. Вот у меня тут пачка, которую я очень люблю. Вот и в свете того, о чем я сейчас рассказал. Очень люблю, и они впрямую иллюстрируют то, как Иванов обращался со слабым звеном. Вот, например, это очень популярный был поэт в то время, Михаил Дудин. И вот он имел, опять же, неосторожность написать. «А в полынье, в наплыве мрака, в воде, густеющей, как мед, живая плавает собака, стараясь выбраться на лед». Вторая цитата. «Молчит толпа, мальчишка хнычет, клубится снег, тускнеет свет». И последняя цитата. «И все расходятся по делу, а я неведомо куда». Иванов написал пародию под названием «О пользе страданий». «Сугроб пружинил, как подушка. Я размышлял о бытие. И вдруг увидел, как старушка барахтается в полынье. Нет, не купается, одета. Ручонками ломает лед. Но грациозно, как одета в воде, густеющей, как мед. Как человек и как писатель я был немало огорчен. Со мной был один приятель, и он был тоже удручен. Стояли мы, чего-то ждали на тротуаре у столба. И сокрушенно рассуждали, что это, видимо, судьба. Не в силах превозмочь рыданье, я закричать хотел – плыви, но в горле ком от сострадания, от зимней стужи и любви. И вот с отчетливостью тяжкой я понял, близится беда. И не ошибся. Над бедняжкой сомкнулась черная вода. Потом и прорубь затянулась. Снежинки падали тихи, душа в страдания окунулась и потянула на стихи. И вот еще одна очень замечательная, хотя бы одну строчку оттуда прочитать, это замечательно будет. «После сладкого сна». Кронгаус, тоже популярный поэт в то время, написал: «Непрерывно с детства изначально душу непутевую мою я с утра кладу на наковальню, молотом ожесточенно бью. После сладкого сна», написал ехидный Иванов, «многие писать о том противно. Знаю я немало слабых душ. День свой начинают примитивно. Чистят зубы, принимают душ. Я же, встав с постели, изначально сам с собою начинаю бой. Голову кладу на наковальню, молот поднимаю над собой, опускаю. Так проходят годы. Результаты, в общем, неплохи. Промахнусь, берусь за переводы. Попаду, сажусь писать стихи». И вот третья и последняя, то, что я хочу сегодня прочесть, это моя просто любимая пародия. Это, конечно, грандиозно написано и подмечено. Причем не кто-нибудь, это Винокуров написал, суперпопулярный поэт в те годы. Он тоже вот имел неосторожность написать: с детских лет и мне завет завещан скромности, его я берегу, но я видел раздевание женщин на крутом рассветном берегу. Иванов,
ему врезал пародию под названием «Обзор». Бесконечной скромностью увенчан, в размышлениях проводящий дни, наблюдал я раздевание женщин. Ненарочно, Боже, сохрани. Небосвод безбрежен был и ясен. Вжавшись в землю, я лежал за пнем. Притаившись, был обзор прекрасен. Слава Богу, дело было днем. Весь сосредоточен, как дневальный, я сумел подметить, что хотел. Эллипсообразны и овальны, впадины и выпуклости тел. Искупались, волосы намокли, высохли, оделись. Я лежу. Хорошо, что с детства без бинокля я гулять на речку не хожу. Ну, это просто, конечно, замечательно. Сейчас короткий, очень такой короткий романс на стихи Игоря Харифа, который проживает нынче в Израиле, что не мешает ему быть превосходным поэтом и нежным. Пожалуйста. Ничего не случится, не произойдет, ничего не прибудет внезапно иного. Все случается в свой непреложный черед, и земное окажется сутью земного. И как должно, как водится, тают вдали вспышки памяти, боль и любовь и утраты. И останутся в гавани все корабли, что приплыли туда по ошибке когда-то. Но обманчивой сутью земною дыша, в ежедневной добыче насущного хлеба, мы угадываем, как трезвеет душа, околдованная прежде предчувствием неба, околдована прежде предчувствие неба. Пора подыскивать причал. Ну, одна из моих любимых песен за последние годы. На стихи Александра Смагула. Пожалуйста. Пора подыскивать причал, о прошлом не скорбя. Я никуда не убежал от самого себя. Прошел прощаний карнавал, иди, куда идешь. А все, что я не досказал, тебе доскажет дождь. И нет обид, и нет надежд, и память ложь. Любовь кончается, как дождь, совсем как дождь.
пора бежать от небылиц, что ночь — начало дня. Я видел множество столиц, безлюдных без тебя. И свет несбывшихся начал обратно не вернешь. А все, что я не рассказал, тебе расскажет дождь. И нет обид, и нет надежд, и память ложь. Любовь кончается, как дождь, совсем как дождь. Все же в памяти моей горит свечой твое окно среди ветвей Москвы ночной. Его не в силах погасить ни снег, ни дождь. А что кончается любовь, конечно, ложь. Его не в силах погасить ни снег, ни дождь. А что кончается любовь? Конечно, ложь. Конечно, ложь. Стихи Дмитрия Быкова. Перепады. Пожалуйста. Сначала дом, потом дорога. Обнимет друг и враг, простит, как подведение итога. Снежинка первая слетит, сперва пруды, а после взгляды начнут подергиваться льдом. Но перепады, перепады, давайте с вами переждем. Давайте с вами переждем. Сначала яблоки поспели, и выше стали небеса, а после у реки запели неведомые голоса. Сперва дыхание прохлады, потом скамейки под дождем. Но листопады, листопады, давайте с вами переждем. Давайте с вами. Сначала жар, а после холод. Сперва хула, потом почет. Сначала стар, а после молод. А иногда наоборот. И дни беды, и дни отрады своим проходят чередом. Но перепады, перепады, давайте с вами переживем. Сначала первая примета, светлее станет синева, потом закружится планета, а вслед за нею голова. Айда меж трех знакомых сосен бродить без цели допоздна. Сперва зима, а после осень, а там, глядишь, придет весна. А там, глядишь.
Финал. Финал будет песенка «Рыцаря» на стихи Валеры Шульжика. Пожалуйста. То в латах надежных, а то в домотканой одежде. Брожу я по свету, хранимый девизом одним, что все потерявший, но не потерявший надежды не победим. Напрасно не буду я в горестной памяти рыться. Мне в 100 поединках врагов одолеть довелось. Но я не по званию, я по призванию рыцарь. И можно улыбкой пронзить мое сердце насквозь. На поле сражений врагам отвечал я сурово, но их побеждала не только отвага моя. Они ведь не знали про то, что обычное слово бывает порою сильнее меча и копья. Земля эта бедная на преисподню похожа. Здесь холод собачий, а там чересчур горячо. Служение добру — это самая тяжкая ножа. Но с радостью я под нее подставляю плечо. То в латах надежных, а то в домотканой одежде. Брожу я по свету, хранимый девизом одним, что все потерявший, но не потерявший надежды не победим. Не победим. До свидания. Спасибо.